хлеб на кефире получается не только вкусным, но и более полезным, чем обычный. Его несложно готовить, скорее смотрите рецепт. Для приготовления такого хлеба берем кефир средней жирности, сухие дрожжи и два вида мюки. Я смешиваю цельнозерновую с обычной, тогда хлеб получается вкуснее и гораздо полезнее. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Кефир и воду смешать и немного подогреть, растворить дрожжи, муку смешать, просеять, сделать углубление и добавить все составляющее, месить тесто минут 15-18. Биоложить тесто на стол, прикрыть кухонным полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут, через 20 минут еще раз вымесить тесто в течение 2 минут и оставить отдохнуть еще на 10 минут. Затем сформировать хлеб круглой формы, биоложить на противень с пекарской бумагой, посыпать мюкой, сделать надрезы, пускай подходит часа полтора. Духовку прогреть до 240 градусов, вниз духовки поставить емкость с водой и выпекать хлеб первые 15 минут с паром, через 15 минут емкость убрать, снизить температуру до 190 градусов и выпекать еще минут 40-45. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Готовый хлеб на кефире остудить на решетке. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Мюка обычная, 2 стакана. Мюка цельнозерновая, 1,5 стакана. Кефир, 200 мл. Вода, 100 мл. Дрожжи, 10 грамм. Количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Еще увидимся.